Российский пианист-виртуоз, композитор, профессор Барселонской академии музыки Сеня Сон провел концерт в Люберцах. Он состоялся в библиотеке имени Сергея Есенина. На мероприятии собрался полный зал ценителей живой музыки. Абсолютная магия звука царила в этот вечер в зале. С произведениями Баха, Чайковского, Бетховена через призму времени композитор Сеня Сон познакомил собравшихся гостей. Хотелось рассказать некоторые истории некоторых произведений, в частности, произведений написания «Лунной сонаты» Бетховена, Чайковского, «Времена года», рассказать, чтобы люди как бы знали, потому что библиотека все-таки и просветительский, образовательный центр, почему шикарно я совершенно посмотрел здесь. Семен Сон неоднократно выступал не только в России, но и в Японии, США, Франции, Англии, а также давал сольные концерты в Букингемском дворце Лондона для королевы Елизаветы II. А на концерте в Люберцах, помимо игры на рояле, гости слушали и авторские произведения Вадима Баркова, хорошего друга, пианиста-виртуоза. Еще последней ноты звук повис над тишиной звенящей, и музыки родник пленящий питает страстью сердца стук. И музыкант, вперед склоненный, уже любивший, но влюбленный, от струн не поднимает рук. Особенностью концерта стала взаимосвязь музыки и стихов, что не оставило ни одного зрителя равнодушным. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.